И в конце выпуска приятная новость. Автор фильма «На страже правопорядка» телеканала «Юрган» Эдуард Бушуев стал лауреатом международного конкурса МВД России «Щит и перо». Он принимал участие в номинации «Меняемся вместе», а работа была посвящена столетию органов внутренних дел Республики Коми. В текущем году в адрес МВД России были направлены сотни творческих работ. Для того, чтобы определить, кто же ярче и интереснее рассказал гражданам в теле- и радиопрограммах, публикациях в прессе и постах в сети интернет о работе полиции, в рамках заключительного этапа конкурса было сформировано авторитетное жюри, которое по итогам заседания определило лучшие материалы. Официального награждения в Москве в этом году не будет. Диплом лауреата и ценный подарок наш коллега получит из рук министра внутренних дел по Коми Андрея Сицкого.